по работам по инфраструктурным проектам. Привлекли инвесторов. Мы и у нашего лидера Илона Шор, знаете, есть по всему миру друзья, которые готовы инвестировать в нашу Гагаузию. И сейчас начинаем и в вашем селе. Советник Башкана Юрий Кузнецов отметил, что команда Илона Шора приступила к реализации обещанных инфраструктурных проектов по всей Гагаузии. У нас сегодня замечательная, потрясающая возможность. Как говорил всегда Илон Шор, вы помните, неоднократно слышали его слова, что сегодня настал тот момент, когда мы начинаем строить Гагаузию как край мечты. Примар села Георгий Господинов поблагодарил Башкана и инвесторов за поддержку и отметил, что это хороший старт для будущей совместной деятельности. Мы решили начать строительство в асфальте, полотно 4-метровой ширины, толщиной в 6 сантиметров. Начнем с того края, куда дойдем, насколько хватит спонсорских денег, настолько и сделаем. Это только будет первый шаг, дальше мы уже продолжим работу. Поэтому хочу выразить слова благодарности нашему Башкану Евгению Александровне в поддержке этого проекта. Проблем у нас по селу еще много, начиная от, как я отметил, от подъездной дороги, дальше строительство церкви, дальше немножко ремонт в детском садике, дальше ремонт у нас в сельском клубе, ремонт в отделении связи, ремонт в почтовом отделении, ну и уже продолжение строительства дорог в асфальте уже по всему селу. И жители села очень рады изменениям, которые происходят в их населенном пункте. Дороги в ужасном состоянии у нас, особенно с трассы, когда ехать невозможно, мы напрямую в Кангас ездим. А надеемся на хорошее. Ну, у нас сейчас по белому варианту. Ну, если будет асфальт сделано, это будет, конечно, еще лучше. Главным предвыборным обещанием Башкана Евгении Гуцул было то, что за время своего мандата она превратит Гагаузию в место мечты, в котором молодежь обретет уверенность в завтрашнем дне, а старшее поколение почувствует заботу и внимание со стороны местной администрации.